елки. Какой прекрасный вечерок, а душа как поет. Да как же не прекрасный-то, ведь у нас же сегодня самый замечательный праздник. У нас сегодня юбилей! За 30 лет своего существования ансамбль «Сударушка» является постоянным участником районных, городских и республиканских концертов. Ансамбль побывал во многих городах республики. Своим вокалом участники коллектива влюбили в себя жителей. Большое количество поклонников ансамбля можно было наблюдать в актовом зале районного дома культуры «Молодость». Все пришедшие пришли поздравить ансамбль с юбилеем. Среди них и один из первых руководителей Ираида Кувайцева. Эти 14 лет, которые я работала с «Сударушками», это, я считаю, что они у меня были самыми плодотворными, самыми счастливыми, самыми памятными. Вот, потому что коллектив и притом любимое дело – сохранение обрядовых песен. Специально в честь юбилея Ираида Васильевна спела для нас свои любимые песни. Ах, кабы на цветы, да не морозы, то зимой цветы бы расцветали. На ее место пришла выпускница музыкального Салаватского колледжа Анастасия Модина. Хоть и она в два раза младше участниц ансамбля, проблем у Анастасии Павловны в коллективе не возникло. Когда я пришла на первое занятие, уже поняла, что волноваться нечего, потому что они меня приняли очень тепло, с радостью, и меня поддержали, даже несмотря на то, что я очень молодой специалист. Они помогают мне во всем, где тяжело, где трудно. Средний возраст участниц коллектива составляет 60 лет, и это не мешает местным бурановским бабушкам заниматься своим любимым делом. А вы знаете, у меня... В раде мама себе хорошо пела, дочка тоже у меня музыкальную школу закончила. В общем, все любили петь у меня в семье, так как я тоже люблю эту песню петь. И душой отдыхаешь здесь, в этом ансамбле. Вот придешь, да, заиграет баян Геннадий Иванович у нас Попов, и на душе сразу радостно становится. Мы не устаем. У нас в неделю два раза репетиции бывают. Мы не устаем. Нам даже радостно. Поздравить народно-фольклорный ансамбль «Сударушка» с юбилеем приехали творческие коллективы из соседних деревень и сел. Мы с ними так тесно переплетаемся все время. Они бывают у нас в Бахмуте, мы к ним. Очень мы с ними дружно живем. И вот нас они пригласили сегодня. Мы приехали с песней поздравить «Сударушек», пожелать им здоровья, удачи во всем, творческих успехов. Развитие преемственности поколения, возрождение и сохранение культурного наследия народа – вот то, ради чего артисты по-настоящему народного ансамбля вновь и вновь выходят на сцену.